«Доверяй, но проверяй». Европейский Центробанк сохранил экстренное финансирование греческих банков на прежнем уровне, ожидая итогов голосования в парламенте страны по проекту реформ. Сейчас потолок для банков Греции – 89 миллиардов евро, но в системе нужна рекапитализация. Как минимум на 14 миллиардов евро, по оценке источника Рейтер в греческих банковских кругах. Цифру в 25 миллиардов евро назвал глава Еврогруппы. На конец первого квартала у четырех ведущих банков Греции было 40 миллиардов евро резервов на покрытие потерь – 60% от необходимого. «Вот уже две недели греческие банки закрыты», – говорит Майк Инкрам из BGC Partners. «Конечно, им нужна рекапитализация. Им нужно создать плохой банк. Как это будет работать, не знаю. Ну и, конечно, они по-прежнему будут полностью зависеть от щедрости ЕЦБ». Без денег ЕЦБ греческие банки не откроются. Власти продлили вынужденные каникулы как минимум до среды. С 29 июня греки могут снимать в банкомате не более 60 евро в день. Трансграничные платежи остановлены. Контролируя движение капитала, власти пытаются предотвратить банковскую панику.